«И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена сутьи. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его». Евангелие от Матфея. Галилейское море, или Генесарецкое озеро, или Кеннерет. Каждый день в половине шестого утра к этой пристани причаливают лодки. Рыбаки, закинув сети ночью, на рассвете возвращаются с уловом. Все точно так же, как и 2000 лет назад. Если не считать одного маленького прибора. Мы ловим рыбу с помощью радара. Он показывает, где в озере идут косяки рыбы. Мы направляемся туда и закидываем сети. У меня в семье все мужчины рыбаки. Уже несколько поколений. И отец был рыбаком, а теперь мой брат и я. В начале первого века такие же простые рыбаки, будущие апостолы, вдвоем разбирали по утрам свой улов. Это были братья. Младший Андрей и старший Симон. У Петра есть респектабельное еврейское имя Шимон, которое было очень популярно тогда. В частности, потому что оно звучало очень похоже на имя Симонос или Симон, греческое имя, которое было очень распространено. Большинство евреев в то время не имели фамилий. Так что полное имя Симона было Симон бар Иона, то есть сын Ионин, Ионыч. Он родился в Вифсаиде, там, где река Иордан впадала в Галилейское озеро. Это улицы города Вифсаиды. Именно здесь, согласно Евангелию, родились апостолы Петр, Андрей и Филипп. Здесь нашли разные приспособления для рыбной ловли. Все, чем пользовались рыбаки в то время. Внутри можно увидеть кухню, жилые комнаты. По улочкам Вифсаиды вслед за апостолами и Христом можно пройти и сегодня. Сюда на раскопки съезжаются археологи со всего мира. А найден был этот город только в конце 60-х годов прошлого века, когда Израиль отвоевал голландские высоты. В 28-м году нашей эры Симон бар Иона уже живет в другом прибрежном городке – Капернауме. Он женился и переехал в дом тещи. У него своя лодка, он рыбачит вместе с братом Андреем, дружит с рыбаками-соседями Иоанном и Иаковом Зеведеевыми. Однажды, вернувшись из неудачного рейса, за всю ночь ничего не поймали, Симон с братом чинят сети на берегу. К ним в лодку заходит Иисус из Назарета. Он велит отчалить и закинуть сети снова. И вот от улова уже прорывается сеть и тонет лодка. Но Симон и Андрей не успевают даже порадоваться неожиданной прибыли. Ведь уже в следующую минуту они навсегда оставят свой промысел, услышав слова Христа. «Идите со мною, я сделаю вас ловцами человеков». У рыбаков была очень тяжелая жизнь. Насквозь пропахшие рыбы, они работали ночами напролет, не высыпались. Поэтому по первому призыву Христа бросили все и пошли за ним. С тех пор лодка Петра становится амвоном, с которого звучит слово Иисусова, а его скромный дом – жилищем Христовым. Когда Иисус зашел в дом, то увидел, что теща Петра лежит в горячке. Христос исцелил ее, так что она тут же стала суетиться по дому, принимать дорогих гостей. В 1968 году археологи нашли в Капернауме фундамент синагоги первого века, той самой, где проповедовал Христос. В 30 метрах от нее были найдены остатки стен дома, который принадлежал рыбаку первого века. Его и стали называть домом апостола Петра. Ученые установили, что уже в конце первого века именно в этом здании первые христиане собирались для совместной молитвы.
католическую церковь построили прямо над домом Петра. Когда в Евангелии говорится, что Иисус был дома, имеется в виду здесь, в доме Петра. У входа постоянно толпились люди, и больные, и одержимые бесами. Поэтому, когда друзья принесли расслабленного, то не могли протолкнуться и разобрали крышу. После встречи с Христом, жизнь рыбака из Капернаума попадает на страницы Евангелия. Мы видим Симона человеком энергичным и порывистым, непостоянным. Как ни странно, в общине последователей Христа именно он назначается первым среди равных. Иисус говорит ученикам: «Обо мне ходит много слухов. Кто-то говорит, что я пророк, кто-то, что Илья. А вы что думаете?» И Петр, святая простота, говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И тогда Иисус дает ему новое имя. Вместо Симона называет его Петром, что значит «камень», и говорит: «На этом камне я построю свою церковь». Однажды на Галилейском озере поднимается шторм, и ученики Христа не могут переправиться к нему на другой берег. И тогда Спаситель сам идет к ним по воде. Вот такой сильный шторм здесь бывает. И тогда озеро бывает очень опасно. Апостолы увидели Христа, идущего по воде. И Петр решил выйти ему навстречу. Но его вера была слаба, и он начал тонуть и закричал: «Спаси меня, Иисус!» И тот протянул руку и вытащил его. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Удивительно, но сегодня мы можем своими глазами увидеть лодку, которая ходила по Галилейскому озеру во времена Христа. И кто знает, кого она перевозила. Ее нашли в 1986 году. Тогда Галилейское озеро сильно обмелело, и два рыбака из кибуца Геннасар, прогуливаясь по берегу, обнаружили под слоем ила большую деревянную лодку. Исследования показали, она была сделана в первом веке, то есть именно на такой лодке рыбачили апостолы и проповедовал Христос. Мы знаем, что Иисус жил здесь и пользовался лодками. И его ученики тоже. Именно такими большими лодками, где до 10 человек могло поместиться. То, что это лодка времен Христа, это теперь уже научный факт. Это уникальная лодка, ведь ничего не может сохраниться в воде, особенно дерево. А лодка сохранилась, потому что оказалась под слоем ила, который не давал воздуху проникать к ней. Насыщение пятью хлебами близ Вифсаиды весной 29 года для Христа – начало пути на Голгофу. И если право вязать и решить дано и другим ученикам, то только Петру вручены ключи Царства Небесного. Петр всегда рядом с Христом. Он видит, как Иисус воскресил девочку и Лазаря. Становится свидетелем его преображения на горе Фавор. После торжественного входа в Иерусалим, Христос словно заговорщиков отправляет Петра и Иоанна приготовить дом для трапезы. На Тайной Вечере Петр горячо клянется идти за учителем и в тюрьму, и на смерть, а Христос в ответ с горечью предсказывает его отступление. Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. После Тайной Вечери, перейдя долину Кедрон, Христос и его ученики пришли сюда, в Гефсиманский сад. И не случайно именно сюда. Иудеи из Галилеи приходили в Иерусалим на Пасху, и им было негде остановиться, поэтому они ночевали здесь, под маслинами. Христос отошел помолиться и взял с собой Иоанна, Иакова и Петра, чтобы они поддержали его. Но все трое заснули. Когда пришли арестовывать Христа, Петр попытался его защитить, выхватил меч и отрубил ухо слуге первосвященника. Иисус сказал: «Хватит, не нужно насилия». Вернул ухо на место, и слуга был исцелен. Христа уводят в дом первосвященника, и только некоторые ученики следуют за ним.
Петр остается у ворот во дворе, и здесь наступает минута, когда он в страхе отступает и отрекается от учителя. Было начало апреля, холодно, и Петр, чтобы согреться, подошел к костру. И вдруг какая-то женщина говорит: «Ты выглядишь как галилеянин. Ты был с этим человеком?» «Нет, нет». Потом мужчина один подошел и сказал: «Да, ты был с этим человеком?» «Нет». И когда в третий раз сказал «нет», услышал кукареку. Услышав крик петуха, Петр уходит во мглу, заливаясь слезами, чтобы появиться только в пасхальное утро. 2 недели спустя Симон Петр с друзьями возвращается в Капернаум и рассказывает невероятное. Ему явился Христос. Он теперь снова с ними, со своими учениками, садится за стол, преломляет хлеб. И пусть Петр оказался слаб и малодушен, но он прощен, и ему снова вручаются ключи царства со словами: «Паси агнцев моих». «Петр, ты любишь меня? Ты любишь меня? Ты любишь меня?» — спросил его Иисус и ни разу не напомнил, что он его предал. Это урок от Бога для всех нас. Если мы слабы и грешны, не значит, что надо валяться в грязи. Достаточно сказать: «Господи, я человек, подними меня». В этом весь Петр. Через месяц после распятия Христа в Иерусалиме все спокойно. Понтий Пилат сразу же после Пасхи вернулся в Кесарию. Первосвященник Каиафа уверен, что с очередным мессианским движением покончено. Но один квартал в западной части Иерусалима живет особой жизнью, как большая семья, имеющая одно сердце и одну душу. Здесь поселился Петр, ученики и больше 100 галилеян, первая христианская община. Эти люди пришли с Иисусом в Иерусалим. Они пережили катастрофу распятия. И они застряли в Иерусалиме. Это люди, у которых здесь нету ни дома, ни семьи. И кто-то их принимает здесь. Кто-то их принял на тайную вечерю, на последнюю их трапезу, пасхальную трапезу. Кто-то их здесь принимает. Благородные люди, когда их кто-то принимает, они на весь день уходят. Куда идти в Иерусалиме? Они, естественно, идут в храм. Иисус хотел очистить храм. При всех критике храма они относились к храму как к центру святости. Только надо его поправить. И если мы представляем их как людей, которые ожидают, что Мессия вернется, они ожидали, что Мессия вернется в этот центр святости. И как вход Иисуса в храм и попытка сотрудничества со священством провалились при первом заходе, так в конце концов будет восстановлено подлинное служение в храме. Для них храм был центром. Мессия должен туда вернуться. В начале лета вся Иудея празднует Шавуот, Пятидесятницу. Апостолы в этот день сообща молятся в доме собраний, и внезапно их словно пронзает небесный огонь, осеняют языки пламени. Так происходит схождение Духа Святого, обещанное Христом. После этого простой рыбак Петр впервые произносит речь в столице Израиля. Он говорит о воскресении Христа и призывает всех к покаянию. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Сила его слов так велика, что толпы людей тут же устремляются к Силаамскому водохранилищу и принимают крещение. К вечеру неофитов будет уже 3000. Еще больше шуму в городе наделает молва о том, что апостол Петр исцеляет больных. Однажды Петр и Иоанн шли молиться. Прошли по улицам, а потом поднялись туда, на вершину холма, к храму. И на пути у них лежал человек, который был парализован 8 лет. И Петр с Иоанном посмотрели на него и говорят: «Иисус Христос спас тебя. Встань, возьми свою постель и иди». Власти с беспокойством осознают, что повторяется история Иисуса Назарянина. Нужно действовать без промедления. Первосвященник приказывает взять под стражу Петра и Иоанна. Они будут наказаны 39 ударами бича.
К тому времени уже складываются общины во многих городах Иудеи, и апостолы регулярно посещают эти новые церкви. Около 40-го года Петр отправляется по палестинскому побережью, обходя всех. В город Яффа ему приходится спешить по срочному призыву местной христианской общины. Ее единственная благодетельница Тавифа умерла. Здесь Петр совершает непостижимое – воскрешает праведную Тавифу. Послали гонцов в Лидду туда, от Яффы до Лидды, ну, наверное, 20 километров так примерно. Люди бежали несколько часов туда, приглашали Петра, тот скоро пошел сюда. Значит, наверное, в течение дня они обернулись, он приходит, воскрешает Тавифу, которая лежала уже в горнице, готовая к погребению. В Яффе паломники до сих пор приходят к тому месту, где стоял дом кожевника, в котором останавливался апостол Петр. Теперь здесь маяк. Он отдыхал на крыше этого дома по восточному обычаю. Вот у него было видение, что некое полотно сходит, спускается с неба, и оно наполнено разных нечистых гадов. И был голос ему, что вот «закали и ешь», на что он возразил, что «Господи, я ничего нечистого не кушал в своей жизни. Что Бог осветил, то все свято». Церковь готова была принять по благословению Божьему язычников. Именно после этого видения Петр отправляется в Кесарию, резиденцию прокуратора. Приморский город с множеством языческих статуй и имперских эмблем. Там Петр крестит командира привилегированной италийской когорты, центуриона Корнилия, вместе со всей семьей и гостит у него несколько дней, забыв обо всех условностях, запрещающих иудею разделять кров и трапезу с язычниками. Когда он вернулся в Иерусалим, братья стали нападать на него. Как ты мог остановиться в доме у язычника и есть с ним? Иудею не разрешалось заходить в дом язычника. Подозревали, что они хоронят неродившихся детей под полом и в стенах. И иерусалимляне тогда были уверены, что войти в новую церковь, церковь Христа, можно только став сначала иудеем во всех отношениях. Само понятие «крещенный язычник» было для них нелепостью. Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа, в 42-м году начинает преследование первых христиан. Иаков Зеведеев казнен. Петр снова заключен в темницу. Ночью, накануне суда, непостижимым образом ему удается избавиться от железных цепей и выйти из тюрьмы. Из Иерусалима Петр отправляется с проповедью Евангелия по берегам Средиземного моря. Он обходит всю Палестину, Малую Азию и Сирию с благой вестью. Располагает епископов новых церквей. Потом, согласно некоторым преданиям, проповедует в Египте, Греции и Испании. И, наконец, он приходит в столицу всего цивилизованного мира – в Рим. Аппиева дорога была построена за 250 лет до Христа и сохранилась до сих пор. Именно этой дорогой вошел в Рим апостол Петр. Рим тогда был центром мира, и проповедовать в Риме означало распространять христианство по всему миру. Римляне хотели, чтобы все народы, покоренные ими, мирно сосуществовали. Люди разных народов приносили в Рим своих идолов и чувствовали себя здесь как дома. И все религии мира были представлены здесь. Но была проблема с христианами и иудеями, потому что они молились только единому Богу, невидимому. Идолов они не признавали совсем, и потому римляне обвиняли их в атеизме. В 64 году император Нерон начал первые гонения на христиан. Он обвинил их в поджоге города. 6 дней горел Рим, и за 6 дней в Риме сгорело или пострадало 10 из 14 городских районов. То есть большая часть Рима была уничтожена. А значит, большая часть населения Рима буквально за неделю осталась без всего. Без жилья, без имущества, без средств к существованию. И понятно, что люди, доведенные до грани отчаяния такой бедой, стали задавать вопросы сами себе и друг другу. А кто в нашей беде виноват? Чтобы отвлечь от себя подозрения толпы, Нерон обвинил в поджоге христиан. И таким образом в 64 году он инициировал страшные гонения на христиан. Гонения, которые будут продолжаться фактически 300 лет,
Но в то время христианская община с каждым днем становилась все меньше и меньше. Правда, здесь тогда находился ее основатель, апостол Петр. На его глазах была предана мученической смерти по римской традиции его супруга. Петр видел своими глазами мученичество своей дочери. И тогда христиане попросили Петра покинуть Рим. Им очень хотелось, чтобы свидетель проповеди Христа остался в живых. По преданию, Петр выходил из города, и здесь, на Аппиевой дороге, он встретил Христа и спросил: «Куда ты идешь? Кво вадис?» «В Рим, чтобы снова быть распятым». И Петр понял, что ему не нужно бежать от казни. Он вернулся и сам был распят. Перед казнью апостол содержится в древней мамертинской темнице или мамертинской тюрьме, которую вы видите у меня за спиной. Это самая древняя тюрьма этого города. Она была построена, это доказано археологами, в 7 веке до нашей эры одним из римских царей Анком Марцием. В римском праве не было предусмотрено тюремное наказание. Поэтому в тюрьме содержались только узники, приговоренные к смертной казни, либо ожидавшие суда. Земная жизнь апостола Петра закончилась распятием на перевернутом кресте вниз головой. Он считал, что недостоин умереть смертью своего Господа. Петр не римский гражданин, поэтому его казнили как слугу. Традиция говорит, что его распяли в цирке Нерона. Сейчас это в Ватикане. Петра похоронили на кладбище вблизи цирка Нерона. Через десяток лет участок с могилой апостола выкупила община верующих и построила вокруг нее стену. Это место стало священным для всех последующих поколений христиан. Считается, что именно на нем в 16 веке и был возведен собор святого Петра, самый большой христианский храм в мире. Только в 1939 году археологи попали в святая святых, гробницы апостола в основании собора. Раскопки вообще-то начинали всего лишь для того, чтобы установить саркофаг Папы Пия XI. И случайно во время этих работ наткнулись на остатки какого-то древнего мавзолея. С этого момента раскопки велись в глубочайшей тайне в течение 10 лет. Ведь это были руины той самой стены, которую возвели христиане вокруг могилы апостола Петра еще во II веке. В самой глубокой нише нашли человеческие останки. Знаки почитания этой могилы с самых первых веков позволили предположить, что это, скорее всего, и есть мощи апостола Петра. Археологи установили, что в этой гробнице кости мужчины, который жил в 1 веке нашей эры и умер примерно в возрасте 70 лет. Все сходится. По останкам антропологи смогли определить, что Петр был коренастым, мускулистым мужчиной, ростом примерно 1 метр 62 сантиметра. В 1968 году Папа Павел VI объявил, что согласно исследованиям ученых, найдена могила апостола Петра, первого епископа Римской церкви. Он стал, по сути, первым главой и руководителем христианской общины города Рима. А здесь этих руководителей, этих глав уже с древности было принято называть очень ласково, фактически по-семейному папами. И если это так, то апостол Петр может по праву считаться первым римским папой в истории. И все последующие папы, включая ныне здравствующего, а их в истории было 266, считают себя преемниками апостола Петра. Папы носят на своей руке перстень, который называется перстнем рыбака. Понятно, о каком рыбаке идет речь. Рыбаком, нищим, пришедшим в Рим с проповедью Евангелия, был, конечно, апостол Петр. Понятно, что Петр не носил никаких перстней, но папы носят этот перстень как знак преемственности их власти. Именно Петр, простой рыбак из галилейской деревни, стал первым главой Церкви Христовой на земле.
то, что благую весть нес такой бесправный человек из низшего сословия, убеждало первых христиан. Сила, которая действовала в нем, не человеческая, а божественная. Именно поэтому новая религия имела удивительный успех и так быстро распространялась. Петр был как я, слабый человек. Бог всегда использует слабых, чтобы показать свою силу. Так Петр стал тем камнем, на котором строилась и до сих пор стоит христианская церковь. Сегодня она насчитывает около 2 миллиардов верующих, почти треть населения нашей планеты.